продолжаем программу сегодняшнего концерта. Рихард Штраус. Концерт для валторны с оркестром номер один в трех частях. Переложение для четырех валторн Фердинанда Эккерта. Исполнители Омский симфонический оркестр. Дирижер Дмитрий Васильев. Солисты. Лауреат международного конкурса «Сибирь зажигает огни» квартет «Омск-Хорн» в составе Денис Мишин, Олег Барковский, Георгий Валента, Артем Киршанков.
Thank you.